Здравствуйте, товарищи! Андрей Барчук, тактический клуб «Саргон». Дети на воде. Настало лето, настала жара. А ребятня поперла купаться. Проходя мимо водоема, либо сами, когда отдыхаете на берегу, слегка, хотя бы краем глаза, наблюдайте, что происходит. Во-первых, у детей есть такая дурацкая, очень дурацкая привычка, я ее испытал на себе. Игра такая, когда, знаете, за голову, один другого топит за голову. Вроде бы, с одной стороны, безобидно, на самом деле это очень опасная игра. Прямо сверхопасная. Это первое. И второе. Дети тонут. Причем дети тонут, что самое интересное, они не могут попросить на помощь, то есть они не кричат. В тот момент, когда ребенок начинает тонуть, он молчит и пытается ногами достать дна. Понимаете, как бы паника небольшая, он дно пытается достать, и он не кричит. А со стороны кажется, что просто дно может быть меряет, да, что вот так купается ребенок, а на самом деле он тонет. То есть обращайте внимание именно вот на этих молчаливых, кто вот так вот пытается рот повыше поднять, а рот и нос, чтобы вдохнуть воздуха. Может быть, именно в это время у него уже кончаются силы. Может, он уже истощен, не может достичь дна, опереться на дно ногами не может. И может, уже он вот-вот утонет. Наблюдайте, пожалуйста, за детьми, даже за чужими детьми, тем более за чужими, может быть, вы спасете кому-то жизнь. Пока. Спасибо за внимание.